Друзья, всем привет! В свете последних событий я принял решение все-таки дать комментарий по этому поводу, так как некоторые люди уже пользуются нашим молчанием, начинают врать, переворачивать ситуацию с ног на голову, говорить за нас, и это неправильно. Поэтому я постараюсь в этом видео максимально донести до вас свои мысли, и соглашаться с ними или нет, это уже ваше полное право, просто я понял, что все-таки нужно что-то сказать. Поэтому я постараюсь сделать это. Просьба заранее досмотреть видео до конца. Я не знаю, сколько минут это займет, но я постараюсь все сделать максимально удобно. Во-первых, я честно, искренне не понимаю, при чем здесь вообще я. Как я оказался замешан в этом конфликте? Я не давал этого интервью, я не отвечал на эти вопросы, я не задавал их, я не поддерживал никакую позицию. И почему люди выбрали именно меня, я не понимаю. Может быть, это просто некий канал связи, или это просто повод. Но по делу, по факту, я здесь ни при чем. И поэтому мне очень жаль в целом, что такая ситуация сложилась. Во-вторых, я не согласен с мнением мамы, честно. Я это сказал сразу же, в то же утро, когда увидел это видео, я пришел к ней и сказал, что она не права. Почему? Потому что, во-первых, ну, что касается музыкальной грамотности, о которой она говорила, мне кажется, Грэмми вообще глубоко наплевать, есть ли у человека музыкальное образование или нет. Во все времена всегда самым главным и важным было и будет наличие таланта. Талант и только талант приводит людей к Грэмми. Не их дипломы, не их бэкграунд любого рода, а только талант. И в случае Иманбека это факт. Потому что какие были еще у него, как скажем, шансы, да, получить Грэмми? Только благодаря таланту. Что касается удачи, ну, мне кажется, у любого из нас огромную роль в жизни играет удача. И что касается Иманбека, это тоже. Это его слова, кстати. Он сам говорил в интервью, что он изначально сделал ремикс, загрузил его ВКонтакте, по-моему, и через некоторое время его заметил какой-то паблик. Паблик уже немножко помог в распространении, и уже потом началась эта вся волна. То есть, а что было бы, если бы этот паблик не заметил этот ремикс? Сколько еще клевых ремиксов гуляет по сети и не может никак найти своего слушателя, и, возможно, так и уйдут в забвение. Поэтому здесь факт удачи, он несомненно есть. Может быть, даже только капелька, но ее достаточно было. И это круто. Это замечательно, что, ну, грубо говоря, им объектом Бахвар, я про это говорю. И в этом вопросе, да, частично есть доля правды, но помимо этого, я считаю, что ремикс Roses, он и без Грэмми был культовым, он стал мировым хитом, и на момент даже именно вручения Грэмми все уже прекрасно знали этот ремикс, и я, честно говоря, думаю, что у него, наверное, и конкуренты были ему не ровны, честно. Это была действительно песня, которая жила и будет жить и без Грэмми. Грэмми только подтвердил ее успешность. Но в целом успех был благодаря Иманбеку и его таланту. Не благодаря Грэмми. Он не стал успешным после, он это сделал до. И его успела признать вся музыкальная индустрия до Грэмми. Уже были дуэты, уже были контракты, и поэтому это все, в принципе, ну, как сказать, прямого отношения к Грэмми и его успех не имеет. Это только дополнительный бонус, который, естественно, является огромным вообще вкладом в музыкальную индустрию Казахстана. Но что я хочу сказать вам, друзья, самое главное, что мама неправильно сделала, конечно, что сказала это на общественность, она неправильные слова выбрала, она в целом, ну, я считаю, что это вообще в целом было все неправильно, я это ей сказал, но она имеет право на свое мнение, вы имеете право на свое мнение, которое вы выражаете, и это нормально, когда женщина за 60 не понимает современную клубную музыку. Это нормально, так было всегда. И наши родители всегда говорили, что ты слушаешь, что это такое, это не музыка там, да? И мы когда-нибудь тоже перестанем понимать новые течения. Я уже, честно, не понимаю какие-то новые веяния музыки. Но это нормально, это круговорот жизни. И они в этом не виноваты, в том, что они не понимают. Потому что в их время все было иначе. Они люди другой, уже ушедшей эпохи. Их учили по-другому. Им объясняли все по-другому. У них были другие стандарты, другие кумиры и абсолютно другой мир вокруг. И то, что они не успели
адаптироваться к сегодняшнему дню, это, конечно, не их вина. Просто мир изменился, и невозможно всегда быть в курсе всех событий, держать руку на пульсе. В любом случае, каждый человек где-то останавливает свой выбор. И то, что она не понимает эту музыку, это нормально. Я вам честно скажу, друзья, она и мое творчество не до конца понимает. И мои песни она тоже, как сказать, не понимает, и все. И в этом нету ничего плохого, это ее вкус, это ее взгляд. И она, опять же повторюсь, она имеет на него полное право. В целом, я честно, опять же, сожалею, что такая ситуация случилась. Если вам нужны какие-то извинения, хоть я и ни при чем здесь, но от лица семьи, как старший мужчина в доме, я могу это сделать. Я могу извиниться перед всеми, кто, возможно, посчитал это все слишком драматичным. Если это задело чьи-то чувства, чьё-то сердце, то от лица семьи я извиняюсь. Без проблем. Я могу взять ответственность семьи на себя. Но то, что вы пишете, оно уже переходит границы, честно. Так как, во-первых, после ее слов, как вы думаете, что-нибудь вообще плохое случилось? Как вы думаете, Иманбеку стало плохо от этого? Или его популярность, может быть, уменьшилась? Да нет, по-моему, как раз-таки наоборот, в каком-то смысле. Ничего плохого после этих слов не было, чтобы проклинать человека, чтобы желать ему смерти, чтобы обещать ему организовать его смерть. В целом это too much, друзья, честно. Вы сами знаете, что происходит сейчас вокруг, и этот конфликт точно не заслуживает того уровня хейта, который есть в сети. Для тех, кто не в курсе, можете почитать комментарии, там достаточно разных слов. И нужно понимать, что самое главное, ничего плохого с этого не было. Я вот это уже говорил, но повторюсь. И сказанных слов, конечно, не вернуть. Конечно, все уже вылетело, и все уже все знают, но я не пытаюсь как-то переиначить слова. Я просто пытаюсь донести вам, что нужно понимать меру. Можно быть не согласным с мнением, но оскорблять лично человека, материть его, желать смерти его потомкам, детям, которые тоже ни при чем, это too much, друзья, честно. Это пора останавливать. Итак, наверное, в целом, очень большое количество журналистов показало свое истинное лицо и очень хорошо на этом хайпануло. Делало специально дополнительные посты, еще что-то. И они вами воспользовались, друзья. Они пользовались вашим хейтом, вашей энергией, вашими комментариями, чтобы поднять свою статистику, свои цифры и все. Им абсолютно наплевать на чувства Розы Рымбаевой, на мои чувства. Ладно, я тут при чем? На чувства Иманбека, на ваши чувства, им абсолютно наплевать. Они просто на этом хайпуют. И в этом плане это, конечно, еще и медвежья услуга самому Иманбеку. Почему? Потому что есть и сторонние люди, которым вообще, в принципе, до лампочки до этого конфликта и до нас всех. Но они оказались невольными свидетелями, и у них может сложиться неправильное впечатление о его аудитории. У него не такая аудитория. Она знает себе границы, и я надеюсь, что не будет сделано, неправильных выводов по этому поводу. Я, конечно, бесконечно благодарен тем, кто мне выражает какие-то слова поддержки, связывается со мной лично, еще что-то. Но ведь ничего плохого на самом деле не случилось. Никто не умер, да. Никто не покалечился. Да и вообще все нормально на самом деле. И конечно, есть те медийные люди, которые встали на нашу защиту, на защиту именно мамы в первую очередь, и выражала свое мнение. Я за это, конечно, благодарен, но в целом ничего страшного не случилось. Это самое главное. Все целы и здоровы. И знаете, что сделали бы, наверное, по этому поводу продюсеры, российские или зарубежные? Они бы договорились друг с другом и, наверное, выпустили бы фит. Роза Рымбаева, фит Иманбек, да? И еще и на этом бы сделали бы себе какие-то деньги, какой-то трафик. Но это просто мысли вслух. Я просто не хочу на этом хайповать, честно, друзья. Я не хочу давать на эту тему какие-то интервью, какие-то или еще что-то вещи. Поэтому это делаю здесь, на своей странице. И я надеюсь, что достаточное количество людей посмотрит это видео. И если хоть один человек поменяет свое мнение, по крайней мере, что-то для себя поймет, то значит, это все сделано не зря. Повторюсь, я не согласен с ее мнением.
но она на него имеет полное право. Это дело вкуса и только. Я не понимаю, при чем здесь я, но коль уж так случилось, я готов нести ответственность, которую, ну, за то, что я не делал, но тем не менее. Я рад за Инмабека, я считаю, что он достоин абсолютно. Я думаю, что его победа все еще впереди. Я в это верю и надеюсь. И хочу, чтобы все у него получалось наилучшим образом. И давайте уже, наверное, ставить точку в этом конфликте. Наверное, уже идти дальше, жить дальше. Потому что, ну, вокруг и так очень много тем и проблем, на которые действительно надо обратить внимание. Которые действительно требуют огласки и решения. Ну, вы сами и без меня понимаете, что творится вокруг. А эта тема, мне кажется, уже сама себя изжила, честно. Прошло несколько дней, и надо просто идти дальше. Сам Иманбек, кстати, дал комментарий, я тоже его видел, и абсолютно правильно, я считаю, отреагировал. Он не позволил себе каких-то высказываний, каких-то оскорблений, потому что у него все в порядке с воспитанием, во-первых, во-вторых, с интеллектом. И эта желчь, мне кажется, уже должна саму себя съесть. Пора ей дать сделать самоуничтожение. Поэтому, друзья, я надеюсь, что я донес до вас, я уже охрип немножко, пока говорил, что на этом мы все-таки закончим эту всю историю. И я надеюсь, что вы правильно, даже если будете вырывать с контекста мои слова, я надеюсь, что они дойдут правильно до всех. Как-то так. Добавить мне больше, наверное, нечего на данный момент. Еще много очень мыслей хочется сказать, но я думаю, самое главное я уже сказал. Всем мира, всем удачи, всем успехов, и пусть все у всех будет хорошо. Спасибо за внимание.